поставить вам на память вот такую турнирную таблицу, где отражены подписи всех людей, кто участвовал в турнире, и подарить вам цветы. И, собственно, наш победитель. Ну, как уже известно, соскребное сообщество любого благотворительной акции, главным действующим лицом этой акции стал Никодей и его замечательная дочерка Ляшка. Мы такую большую сумму удалось собрать, но все равно верим, что Саша для этого смог стать весомым вкладом в здоровье твоей дочери. И на самом деле хотим искренне тебя поздравить, торжественно тебе вручить этот конверт. Там удалось собрать 20 тысяч рублей. От себя хочу сказать большое спасибо всем участникам, всем неравнодушным, кто принимал участие в этой акции. И от наших партнеров, от Техносила, сертификат на СВЧ печь, утюг и цифровую приставку. Тоже хотим пожалуйста тебя вручить. Ура! Теперь, может быть, если что-то вы хотите сказать. Очень трудно держать свои призы, честно говоря. Спасибо большое. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто отозвался, кто помог, кто оказал посильную помощь. Огромное вам спасибо. За последний год я узнала, что очень много у нас в Ярославле и Ярославской области добрых сердец, отзывчивых людей, неравнодушных к чужой беде или к чужим проблемам. Спасибо вам огромное от меня, от моих дочерей. Дай вам Бог всем здоровья, счастья и дай вам Бог таких же отзывчивых людей в вашем окружении, какие окружают меня. Спасибо.